Инновационное пространство, которое кардинально меняет представление о традиционном облике финансового учреждения. В Котельниках открылся фиджитал офис Альфа-банка. Что из себя представляет этот формат и как его оценивают клиенты, узнала наша съемочная группа. Открытое пространство. Нет окошек, стоек, перегородок и бумажных талонов. Отделение банка воспринимается больше как коворкинг или даже мини-кафе. Диалог с менеджером, сидя в удобных креслах. Именно так выглядит офис будущего от Альфа-банка. Нет нигде ничего лишнего. И подошли, куда захотел, туда сел, к тебе подойдут, обратятся. То есть все просто на самом деле и красиво. Ты заходишь, все очень лаконично, вот это сочетание цветов. Мне все нравится. Проект по созданию фиджитал-офиса в Альфа-банк запустил в 2020 году. На сегодняшний день в России более 500 отделений такого формата. Во все новые города, куда мы заходим, в частности вот в Московской области, мы за 2 года открыли 37 новых отделений. И одновременно все свои действующие офисы, которые работали давно и в старом формате, мы перекрашиваем, как мы говорим, в новый формат. Этот фиджитал-офис абсолютно новый. Несмотря на то, что отделение микроформата, в нем предоставляются все банковские услуги. Наряду с цифровыми помощниками здесь работают 5 сотрудников. Альфа-банк крупнейший в России. Более 30 лет работает. Что говорит, я считаю, его надежности и стабильности. Особенно вот в такое непростое для России время. Поэтому я желаю банку развития и новых программ, сотрудникам терпения и чуткости, а нашим жителям благополучия. Меня очень радует, что мы, как лидеры, идем вместе, лидеры Московской области. То, что делает Альфа-банк для бизнеса, конечно же, это та открытость, та вовлеченность бизнеса и та реакция. Но вот такой же формат, но это вот уникальный формат, который позволяет совершенно сломать все стереотипы. При той цифровизации, которая у вас здесь есть, есть ручное управление. Это один момент, и есть огромное и большое сердце. Потому что такая корпоративно-социальная политика, которая есть в Альфа-банке, я не встречала других, мне есть чем сравнить. Новый офис Альфа-банка расположен в нескольких шагах от метро Котельники. Он к услугам клиентов каждый будний день с 10 утра до 7 вечера. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.